В настоящее время в целях ограничения допуска посторонних лиц в места общего пользования, это подвалы, чердаки, приямки и с целью антитеррористической защищенности в многоквартирных домах управляющим компаниям поставлена задача провести полное обследование на предмет закрытия чердаков и подвалов таких многоквартирных домов на территории Белгородской области 5948 многоквартирных домов за прошедшие сутки силами управления государственного жилищного надзора и органами мест самоуправления было обследовано порядка 4000 многоквартирных домов. Сегодня эта работа продолжена и до конца текущего дня она будет полностью завершена. За тот период, который вчера производили обследование, выявлено больше 200 нарушений управляющих компаний по всем фактам. Управлением Госжилнадзора составлены протоколы, ну и, естественно, приняты меры реагирования управляющими организациями. То есть те замечания и нарушения, которые были, есть устранены. Также управляющим компаниям на сегодняшний момент выдано предписание о проведении ежедневного мониторинга дважды в сутки, то есть утро и вечер, обследования чердаков и подвалов. Хочу поблагодарить и жителей за вот их такое неравнодушное отношение и где-то в определенной степени, может быть, за обеспокоенность ситуации, да, то есть получаю много откликов, в Инстаграм, где-то там в Директ пишут, где есть места, которые еще не закрыты, либо не произведена фиксация дверей. Поэтому по всем этим фактам ведется проверка и в обязательном порядке меры реагирования принимаются. В целом, на сегодняшний момент, если говорить о системах жилищно-коммунального хозяйства, мы работаем без сбоев. Системы тепла, газа и электроснабжения работают все в штатном режиме. Во всех населенных пунктах есть и тепло, и свет, и вода, и газоснабжение. То есть беспокоиться не о чем. Все работает в штатном режиме.